Во-первых, возвращается вправо, поэтому, как бы, я думаю, все это позиция. Middle race. Огибание. Ох, какая быстрая майна. Экипаж на кинопо. Экипаж сейчас нет. Не так красавцы добавили прием. Там тоже надо левое огибать, да, чтобы. Да, девчули сейчас могут выиграть четвертый этап. Потому что Криса не видно. Кого на связи? Если так и будет, то девчули выиграют. Такая полушаровая горка. Надо было идти на левый знак. Девчули сейчас хорошо так идут, сейчас первыми еще придут. Да, встречное огибание. Уговорить тройку, скажем так, яичка, шестерка, уговорить тройку. Ну, похоже, не уговорит. Хотя, им надо сейчас под корму повернуть, понимаешь? Ну, они уже могут поворачивать, куда хотят. Под да, корму... они что-то не поворачивают. Тебе тоже повернуть. Сейчас у кого техничный получится. Да. Это было раньше. Ничего, 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 еще все. Сейчас такие хопы и свалят за финиш. Так, все, надо им, да. Крутят поворот. Ждет поворота. Сейчас только в повороте заминка. Блин. А ну смотрим. Отдайте бумажку. Мне похоже, тройка первая. Ну да, тоже сегодня похоже. Да, тройка первая. Тройка. Тройка, оп, а потом привет. Единичка, а потом крест, да. Тройка первая, вторая, шестерка. Ну все равно молодцы, ты что? Ну, девчули отлично отгонялись этот этап. Что не скажешь про моих? И единичка третья. Тему слева. Один. Надо, писал. Надо же. Да. Офигеть, результат. И спинч. Тоже спинч. Шесть, мультик два. Понимаешь? Просто считай. Не получилось шесть очей? А, для шестерки. Четверка. Четверка, четверка, а вот сейчас твои зайки. Вот им надо съесть восьмерку. Твои, смотри, двоечка вырывается у пятерочки. Опа, круто. Двойка. Оп, два. О, есть, слава богу. Пять, пять. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Вы вторые, да. Вам надо было
Если бы была прослойка между вами и Крисом, вы были первыми. За вами сразу третий. Ну вам надо было. Не уговорились.